Мультипульти представляет, как появилось солнце дракон. У нас есть такой вот генератор. И будем к нему добавлять разные штуковины, как пропеллер. И посмотрим, что получится. Добавим горы. Добавили горы. Теперь добавляем вот такую вот трубочку. Трубочка появилась изнутри. И пропеллер стал лучше. Добавили цунами маленький. Ух ты! Что-то заработало. Пузырьки пошли. Добавляем шестеренку. Ух ты, как все закрутилось. Смотрите, ребята, горы появились. Класс. Квадратик добавили. Ух ты, заработал вулканчик. А сбоку у шестеренки появилось еще две штучки. Классно. Ну что, добавим маленькую платформу. А ну-ка посмотрим. Платформочку добавили. Ух ты! Смотрите, цунами зашевелился. Вау! Ух ты, как все задрожало. Цунами режет наш генератор. Круто! Смотрите, дрель, сердцевина нашего генератора. Стала красненькой, а вон и лава у вулкана полилась. Здорово! Все начинает оживать. Ну что? Надо добавить еще что-нибудь. Добавим вот этот квадратик. Ух ты, горы, еще горы появились. Как здорово! Шарик? Нет, давайте шарик не будем. А добавим вот это яичко. А вот как, разобьем его. И пожарим на этом квадратике. Еще горы! Какая крутизна! Интересно. Яичко вот поджарилось. А для кого это яичко? А ну давайте тарелочку добавим. Еще горы, вулкан работает. Яичко положили на тарелочку. И теперь добавим шарик. Ух, какой у нас генератор. Катится, катится шарик. Какой бонус нам дали. Так, 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 смотрите, пошла, пошла реакция. Бух! Целая планета. Планета Солнышко. А вот и дракоша. Такой маленький, симпатичный. Мне кажется, я догадался, для кого это мы яичницу сделали. Кого мы будем ей кормить? Класс, смотрите, пропеллер огоньком загорел. Классно. Ух ты, все задрожало. Земля появилась. Сколько еды. Опля. Смотрите, дракоша проголодался. Кушает. Вау! Превратился в огненного дракона! Вот так вот! С помощью нашего генератора мы создали дракона солнце! Здорово! Прикольно получилось! Ребята, вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.